Растягиваю ряды, потому что скупили много продукции. Растягивают сейчас во многих магазинах. Полки пустеют. Особенно большой популярностью пользуется гречка. 3 пачки осталось. С утра была полная полка. Прям заходили? Да, я с утра рано на работу пришел, посмотрел, была. Сейчас нет. В этом крупном магазине сети «Мария Ра» сахара и гречки явно стало меньше. Причем никто из опрошенных нами покупателей не сказал о том, что скупает продукты про запас. Вот я смотрю, вы тут сахара 2 взяли, да, макароны. Про запас берете? Нет, потому что мы в Бельмесево живем. Нам оттуда далеко. Я беру 1 раз в неделю езжу и покупаю побольше. Пусть будет карантин. Что, ну 2, ну 3 недели. На картошке переживем. Я для себя беру повседневные покупки. Видите, я не набираю, по 1 пачке беру. Это уже Ашан. Крупы, сахар не то чтобы раскуплены, но свободные места на полках есть. Не на карантин запасаетесь? Нет, не на карантин. Просто к друзьям в деревню еду, подарки везу. Просто где я живу, в Марии Ра, нет сахара. Рядом магазин, и нет сахара просто. То, что за последние дни только в торговой сети «Мария Ра» покупательская способность выросла на 16%, нам подтвердили ее сотрудники. Говорят, ажиотаж среди населения. Полки заполняют регулярно. Запасов более чем достаточно. Вот она, гречка, сахар, мука и не только. Самый крупный склад сети площадью 30 тысяч квадратных метров в Новоалтайске обеспечивает продукцией не только наш регион, но и соседей. Новосибирск, Горный Алтай, Кемеровскую и Томскую области. Запасов у нас хватит месяца на 3 точно. Это минимум. И мы всегда будем использовать местных поставщиков, которые в том числе перекроют любую потребность, любой дефицит. Прокомментировали возросший потребительский спрос и в мэрии. Самые крупные ритейлеры, среди которых «Мария Ра», «Ашан», «Метро», заверили, что подумают о целесообразности пересмотра графика поставок и переориентирования персонала на выкладку популярных групп товаров – круп, эконом-сегмента и так далее. Ритейлеры также подчеркнули, что цены в период некоторого спроса останутся на прежнем уровне. В торговой сети «Бахетле» в тот момент, когда в крае объявлен режим повышенной готовности, расфасовывают то, что раньше продавали в россыпи. Теперь каждый желающий не потрогает. А еще здесь уже 2 дня кассиры работают в перчатках, у всех сотрудников с утра меряют температуру. Мы встречаем покупателя теперь по-новому. Перед тем, как покупателю отдают тележку, обязательно протирают дезинфицирующим средством ее ручку. Также каждый час обрабатываются входные у дверей входных ручки. Полки с продуктами заполнены до отказа. Впрочем, это и понятно. Цены выше, чем во многих других торговых сетях. Но и в этом магазине покупателям не рекомендуют приобретать крупы впрок. И советуют обращать внимание на срок годности продуктов, чтобы не пришлось купленное в ажиотаже отправить вскоре в мусорный контейнер. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком.